Готов к принятию, правда, пока только в первом чтении. Областной закон о туризме. Его подробно обсудили на заседании профильного комитета. Документ скорее рамочный, определяет общие принципы развития отрасли. Но без этой основы движению вперед ожидать трудно. Сегодня многие регионы делают ставку на туризм именно в сфере экономики. Развивая туризм, поступают средства в бюджет регионов. Мы сегодня тоже заинтересованы в том, чтобы наш туризм развивался как можно активнее, и поэтому вводим все новые формы, новые направления. И вот об этих новых формах и направлениях хотелось прописать именно в нашем региональном законодательстве. Интересную инициативу коллегам из других регионов предложили севастопольские депутаты. Они считают необходимым поднять возрастную планку тех, кому государство оказывает помощь в поиске работы. Сейчас порог слишком низкий, до 20 лет. Разумнее было бы увеличить его минимум до 25. Члены комитета по соцполитике областного заксобрания поддержали севастопольских депутатов. Мы также считаем, как и наши коллеги из города Севастополя, что далеко не все эти граждане могут воспользоваться как раз вот этими мерами, потому что, опять же, образование у нас занимает минимум от 2 до 4 лет. Это граждане, которые отучились и прошли службу, срочную службу вооруженных силах Российской Федерации, лица, которые закончили высшие учебные заведения, это минимум уже 22 года и старше. Поэтому мы данную инициативу поддержали, чтобы вот этот возрастной ценз, он был от 20 до 25 лет. Двойных льгот на отопление больше не будет, так решили члены комитета по социальной политике и проголосовали за изменения в закон о соцподдержке. Речь идет о домах с условно-печным отоплением. По факту во многих из них электрические или газовые котлы, а владельцы получают льготу и на дрова с углем, и на газ или свет. Несмотря на то, что льгота касалась многодетных, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных, депутаты все же избавили бюджет от двойной нагрузки, а сэкономленные средства направили на адресную поддержку семей с детьми. Александр Инин, 6 канал.